Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Ирину Муравьеву знают и любят миллионы зрителей. Личная жизнь у нее сложилась не менее удачно, чем карьера. Мужем Муравьевой стал режиссер Леонид Эйдлин, который был старше ее на 12 лет. В браке родилось двое сыновей – Даниил, ему в этом году исполнится 45 лет, и Евгений, ему 37. В то время Муравьева как раз активно снималась в кинофильмах и уже была настоящей звездой всесоюзного масштаба. Несмотря на это, на первом месте для женщины всегда была семья. В декрете Ирина часто отказывалась от съемок, особенно если они должны были проходить далеко от столицы. Но сыновья актрисы давно выросли, и у каждого из них есть своя семья. Даниил вначале выучился во Франции, а потом, вернувшись в Россию, продолжил повышать свое мастерство, поступил во ВГИК, а потом и в Высшую школу сценических искусств. На сегодняшний день на его счету уже почти 30 работ в фильмах и сериалах «Ментовские войны», «Мент в законе», «Москва, три вокзала». В 2005 году мужчина впервые женился. В браке родился сын Иван, но отношения в семье испортились настолько, что женщина долгое время не разрешала видеться ему с сыном. В итоге бабушка с дедушкой встретились с Ваней только когда ему исполнилось 13 лет. Об этом Муравьева говорить не любит, поэтому остается только догадываться, как в данный момент с этим обстоят дела. Второй раз актер женился на своей коллеге Юлии Крайновой. Этот брак оказался успешным, они до сих пор вместе, хоть и детей у них пока что нет. Младший сын Ирины, Евгений, после окончания театрального вуза пошел строить карьеру продюсера на канал «Россия-2», но что-то там не задалось. Затем он ушел в бизнес, открыл в самом центре столицы паб, который через 2 года закрылся. 4 года назад мужчина женился. Супругой стала актриса и писательница Вероника де Леон. А через год у пары родился сын Леонид, которого назвали в честь знаменитого деда. Евгений и Даниил безумно любят свою маму. Когда появляется свободное время, они проводят его вместе. Если вам нравится Ирина Муравьева, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!